Следственным управлением МВД по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя Токтамкайского района Республики. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Установлено, что в марте 2022 года обвиняемый, используя проводимую в отношении него процедуру банкротства, введя в заблуждение финансового управляющего, назначенного арбитражным судом Республики Адыгея, пытался мошенническим путем присвоить ранее реализованный им же земельный участок стоимостью более 500 миллионов рублей, расположенный на территории Токтамкайского района и находившийся на законных основаниях собственности одного из обществ с ограниченной ответственностью. Проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено местонахождение всего недвижимого имущества, зарегистрированного обвиняемого, на которое в том числе и на земельные участки, являвшиеся объектом преступного посягательства, был наложен арест. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Токтамкайский районный суд для рассмотрения по существу. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.